Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Капитан Вашингтон Кэпиталс в домашнем матче против Коламбуса забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне. К слову, 37-летний россиянин в 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки. Таким образом, Ови побил рекорд Гретцки по количеству сезонов, в которых игроки забрасывали 40 и более каучуковых дисков. У великого канадца таких сезонов было 12. А вот до главного рекорда Александру осталось забросить 74 шайбы. И «Великая восьмерка» станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Как думаете, когда это случится? Пиши свое мнение в комментариях и подписывайся на мой хоккейный канал.